Кун, со мной мой друг Илья. И это наше прохождение Left 4 Dead 2 кампании Silent Hill Other Side of Life. Да. Туда? Ой. Направо. Это что я хотел сказать? А, третий раз проходим. Только в этот раз не тупи с камерой свободной. Ну, она даже нам не понадобится. Мы уже знаем, куда идти. Да. Главное сейчас не полечь на пустом месте, как мы это иногда делаем. Какие молодцы. Бот сразу закрывает двери здесь. Обычно тупят какое-то время. Знаешь, вчера у нас была выставка автомобилей. У нас в селе оно раз в год проходит. И там продают... Я же люблю собирать коллекционные машинки. Ой, там продавали коллекционную машинку Волгу 21-ю. И она такая, размер 1,14. То есть в длину она где-то сантиметров 10, и в высоту где-то сантиметров, ну, скажем, 6-7. Ну, так, довольно длинная машинка. Вся сделана из железа. Такая классная. Я так теперь ей горжусь, сижу. Просто вот, знаешь, перед сном ее потрогаю немного. Просто полюбуюсь ей. Так, там громила. Громила. А, поэтому. Okay. Так, его затроллил. А, сукин сын. Аутистический жокей. Сука. Есть там что-то? Пилзы. И шприц. Пайпа. Бля, Алексей, понял. Налево, да, там в конце прохода. Тут зомбаки охуели немного. Как чё у нас? Это мило там, аккуратно. Ну, там, как всегда, аптечка. Ой, отлично. Взял. Адреналин. А, это толпа. О, а, кто взял пистолет? Толпа. Да зачем? Да пусть они. Ой, шлюха. Образцовая жена. Арийская жена. Офицеры СС такие в жены брали. Воу! Охотник падает с неба. Ой-ой-ой, громила. Громила разрядился. Говно. Ёбнул по тирозочи. Угу. О, ведьма. Ходячая. Ходячая не опасна. Жокей. Сейчас схватит же. Ну-ну-ну. Схватил. Текс. Чё бы мне такого взять? Тут еще и аптечка есть. Чё аптечка? Толпа. Ладно, пойдем. Аптечка. А, взяли же. А, еще одна. Давай, тренер, не тупи. Молодец.
же хорошо. Нам повезло, столько аптечек вначале. Да. Там еще и громила. Фейл. О, там танк рычит. Да. Молотов ему. Давай. И отходим. Еще по таймингу должна быть толпа, кстати. Да не. Меня только не столкнули. Угу. Да, а че боты такие медленные? М? Инвалиды какие-то. Давайте дауны. Вот даун. Застрял. Нет. Где он там? Джау, джау, ау. Сдох. Толпа. Нет? А, нет, пошли. Нет, это компания. Громила, блядь, он здесь очень опасен. Чтоб Ней что-то не скинул. Вон он. Хорошо. Да. Громила и курильщики здесь очень опасны в этом месте. Таблетки. Пусть Ник возьмет. Толпа. Ай. Так, пройду-ка я эту компанию с этой рукопашкой. Надо на ней килы набивать. Курила. Убили. Всем хочется меня ударить. Ведь я такая няшная вся. Зачем я зажигаю эту канистру, боже мой? Там еще выжившие должны мимо пробежать, его использовать еще. Так, молотов. Пригодится. Охотник. Ос. Тебе повезло. Да, 15 зарядная. А, 15 зарядная. Да. Тоже повезло. Так, аптечка. Дай подлечусь с ним. А, лучше бы ты был. Они на таблетках, ради бога. Привык его взгляду уже. Да. Играл пацан. А. Жди, где он там? Оттолкни так его. Толпа сзади тебя.
Пойду проверить тот уголок там. Угу. Вот и лечится. Дефибриллятор. Здесь еще один дефибриллятор. Жаки где-то бежит, аккуратно. Да, ко мне бежит. Убьешь его? Иду к тебе. Убил. Перезаряжаю. Здесь боеприпасы. Патроны, да? Угу. Кузов и проверял, да? Да, там дефибриллятор лежал. Что здесь? Воу, пизда. Сейчас. Спасибо. Громила. Сука, спас меня. Толпа. Да. Да. Там толп стука. Коробка, еще один дефибриллятор. Убери его и лечись. Да не. Смотрите, хп не очень много. Аутист. Все, окно сломало. Молодец, толстуха. Вот это польза называется. Полезная жена. Да. Окружает меня шпоцы. Там же кей, блять. Мало дверь. Двери закрой. Зеленые две аптечки. Так, полечусь сначала. И возьми следующую. Вот она исчезнет, как всегда. Да. Такая болтливая баба. Помнишь, Алексей? Двухтысячные. Малинки, малинки, такие вечеринки. Зеленые тропинки, тихо и свежо.
Помнишь эту песню? Угу. Старая песня. Малинки, малинки, брюнеты и блондинки, сережки и маринки. Маринки, эй, давай заряжай пластинки. Вообще, первоклассный рэп. Точнее, рэп из первого класса. Шестилетки ты там придумай. Видишь, она... А, ты взял его. Там еще это название группы — дискотека «Авария». Реальные пацаны. Пайпа. Противоположный угол. Угу. Слышь? Схожу. Почисти там пока путь. Там их... Там... Питровская музыка снова. Толпа. О, аптечка. Шприц. Дефибриллятор. Хочешь мачете? А мне пила. Там больше ничего нет. Ладно, пойдем. Блять, ломай эту дверь. Так, молотов у тебя? Сидящие. Где? Прямо на проходе. Так. Сейчас расстреляем. Стой. Отойди подальше, отойди подальше. Дистанция нужна. Не, я-то поближе буду. Все, стреляй. Топа. Да. Осторожно. Толстуха шла как раз сюда. Не надо идти. Вот сын. Тут аптечка. Потом пригодится. Взяли. Ну что, готов танка убивать? Нет. Что такое? Толстяк. А потом... Да он за дверями. Готов? Да. Ну-ка, бери ключ. Вот он. Ебать, он прыгнул. А, сука. Уходи. Он мне дал пройти прямо, прямо это. Что значит? Ну тут его легко убить. Тут все простреливается. Если он в воду не упадет. Куда он в меня кинул камень, сука?
Ты видел, как камень полетел в меня? Охуеть. Сучара. Так. Какой добрый ник. Ну что ты так грубо поступаешь с зомбаками? Но... Они только пытаются дверь открыть, ты им баснул. Десяти молотов. Да. Ни на чем я пока в Турде 2 играю. Иди молотов возьми, Илья. Что, Алексей? Молотов возьми. Окей. Лечись сам, дешбятор, если что, возьмешь. Потом полечусь. Сейчас будет подписчик тебе приставать, полечись лучше. Не будет ко мне приставать. Таблетки съешь? Я отобьюсь своей птичкой, Алексей. Че, он уже бегает с аптечкой, что ли? Да, он уже выпустил ее. Съешь таблетки. Да. Давай я с пилой. Куйланы, блять. Надо патроны взять. Все. С боты возьмут. А, тут аптечку забрали. Да. Думаю, она осталась. Пойдем. Угу. Чё, где фиг возьму? Плохо, танк умер. Его в говно столкнуть. Не сталкивать. Ломаю эту дверь. Прыгаем на зомбаков. Толпа. Внизу? Да. К вам бежит. Сейчас снизу будет. Ай, ну нахуя, блядь. Ау. Маме нечем заняться снова. Включил? Да, включил. Пойдем. По этим зомбакам вообще было наплевать на тупает бомбу. Угу.
пробках ничего нет. Вот эти всегда тупят в этом месте. Я прохожу. Проверяем углы. Молотов. Что тут? Шприц. Осторожно! Зомбаки. Толпа. Охренел, пацан. Ай. В воде аптечка. Так. Я возьму ее. Две аптечки. Бери одну, лечись, бери вторую. Проверить. Ой, меня курильщик взял. Я буду сейчас толкнут. Какой прыгучий, сука. Не, тут не должно быть ничего. Пойдем. Угу. Перезаряжаю. О, патроны. Кто там рычит? Охотник? Какой охотник? Толпа. Воу! Сука. Загнил. Да. Сука, запрыгивай. Я с автодробаш. Хорошо. Что там еще есть, кроме него? Редки. Редки. Я вот так. Я думаю, тут толстуха. Пойду молотов возьму. Патроны. Блять, тут же кейс, сука. Пошли, ладно. Он громил. Давай. Жакей тоже тут. Пойдем.
А, аптечка. Слева. Вот. Тренера. Подожди, сначала побьемся по кулдауну. Пойдем, то скоро толпа придет. Курильщик. Курильщик, да. Кстати, тут курильщик из обителя зла 4, по-моему. Сучка. Вот. Наша старая добрая толпа. Да. Она открытым ее не очень весело. Да еще и в лесу. В темноте. Ай-ай-ай-ай. Мне зомбаков сделали вообще в одном из этих патчей. Толстуха. Еще одна аптечка. Ладно, хорошо. Нету ничего. Странно. Что там? Хорошо. Толпа, да? Ведьма, по-моему, сидячая. Да. Тварь. Если что, я агрил. Да, сидящий. Проходим мимо. Не трогай ее. Громила здесь очень опасен. Подожди, тут уже еще ад в этой миссии, да? Да. Блин. Блять! Осторожно. Что это было? Дымовая завеса от курильщика мертва. Не-не-не, как будто ведьма какая-то крикнула, она такая ня. Фиг знает. Там громила? Блять, он сзади. Быстрее к стене прижмемся. Блять, зомбаки отвалите от двери. Аутистический зомбак. Боже, ты напугал меня, думал, это танк. Так, подожди мне тут. Алексей. АФКшнись, я пройду немного. Да не, посиди тут. А хотя да. Тут меж не отстанут. Перезаряжаю.
Твоя дура послала дроба, сейчас я тебе верну его. Чё там? Дроба, дроба ж бери, многозарядный. А ты? А мне нафиг он не нужен. А где твой этот снайпер? Я взял этот. Где? Понятно. Ой, там же Кей. Перезаряжаю. Здесь магма. Там аптечка, кстати. Да? Да, там аптечка. Постойте, мне надо подлечиться. Мне надо подлечиться. Ой. Ты что, забыл? Короче, агри петухов. Пусть боты зайдут сейчас на сюда. Зря. Нормально. Реагируйте. Они зомбаков, ну, в смысле, трупов апнули в каком-то патче, да? Ну, быстро реагируйте. Ну, правильно, трупы были совсем сосновые. О, есть чем танка убивать. Иди сюда, бота подведи или сам полечись. Что ты нашел? Аптечку. Вот аптечка, Илья. А, пулемет, боже мой. Еще сам. Пулемет, да. Ни хрена не вижу. Так, охотник в аду уже. Где эта тварь? Справа. Береги хп. Сука. Ну что, готов? Молотов, думаю, не нужен. Да, давай, кидай. Ой, сука, нихуя, поздновато.
Ну, если только не загнать вот этот огонь. Да, все. Кто-то ее поберег, ТП. Ты чуть сам дешевлятор возьмешь, если что. Блять, Мику, иди нахуй. Лечись, что ты тупишь-то? Тут же курильщики должны появиться. Да убьем этих курильщиков твоих. Думал, они сейчас дверь откроют, и это я их просто пристрелил, а тут они ни хрена. Ее не открыли. Вот мне что-то там пофейлил. Блять, снова ничего не вижу. Ну, чтоб крыльщики только бота не схватили, как в прошлый раз. Что-то не сработало на пацана. Где... Пойдем. Пока не нарисовались всякие ублюдки. Ломай эту штуку. Какую? А. Да. Блять, там курильщик, сука. Дай бог сейчас схватит. Да не, уже все спустились, да блин. Снова этот музончик. Боже, как меня... Путь это умеет. Ой! Боже мой, что я наделал? Не знаю, что я наделал. Я не понял, зачем я выстрелил. Сука. Чё там? Я не понял, как получилось, что я тебя выстрелил. Случайно, видимо. Танк, конечно, неплохо следил. Что он слишком быстро сдох? Пулемета одна пуля, как снайперка. Один патрон. Угу. Пулемет на разрывных убивает танка с обоймы. Кстати, разрывная в гранатомета снимает 2000 хп. Боже мой. Сука. Что такое? Тут в одной игре на iPad. Там надо базы строить. У одного пацана база в форме хуя. Фантазия, блин. Да можно в форме с хвостики построить? Ну, те там забанят. Сейчас, сука, долго грузится. Там пацан прикольнулся, как себе быстро можно забанить в Фармвилле.
Там такая ферма в форме свастики. Это был прикол. А мы без аптечек. Ой, грузовика, слушай, нет. Охуеть. Так, подожди минутку, я тут. А, у нас есть одна аптечка. Окей. Повезло, хоть одну аптечку. Перезаряжаю. Место лучше скорее проходить. Громила где-то. В городе намного легче воевать. Да блять, что не так мне затормозить хотел? Еще один папаш, как у меня. Здесь есть оружие. Пусть бот возьмет, я уж эту фигню оставлю. Фигню? Толпа. Да знаю. Откуда? А тут за забором. Отойди, сожжем ее. Магазин не забыть зайти надо. Тут же кей. Боже, на лягушку какую-то. Где он? А там, за забором. Дефибриллятор? Да. А у тебя есть? Пайпа. Ой, сука, что ты его не заметил. Бегу. Там еще один дробашек фактически. Блять, он, сука, выжил. Видел еще один дробаш? Я не буду брать. И дробовиши не люблю. Там громила. Угу. Тупит жестко. Птичка. Две аптечки, три аптечки. Вот видишь, пусть боты возьмут. Оружие, отлично. Все взяли. Угу. Пойду в парк и проверю, что там. О, ведьма. Давай сольем. Пайпа. Тут пайпа? А. Уже да. А кину эту куда-то. О, тем более толпа. Давай. Перезаряжаю.
молотов. Да. Еще одна аптечка за забором. Когда мы тут дойдем. А еще. Там натовское оружие. Где-то здесь ходит охотник. Ох, тут калаш взял. Да боты нашли. В лесу. Там таблетки и калаш нашли. Говно. Ну да, за натовским оружием сходить. А какое? М-ка? Угу. Сука ёбаная. Сходил. Блять, бот тупой. Тут аптечка есть. А нет, это Скар, ебучий. Прикройте меня, я пока полечусь. Мужики где-то? Угу. Не знаю, где он. Куда ты пошел? Не знаю даже. Решил проверить там? Это тут обратно мы возвращаемся к магазину. Углы надо было проверить, вот там всякие. Там ничего нет. Толпа есть зато. С той стороны магазина бежит. Скар долго перезаряжается. Да. О, слушай, что там интересно? Лопата. О! Что ты нашел? Калаш. Громила. Как там? Возьмешь? А, не буду. Не, не буду. Так, а хотя даже не знаю. Тут лежит оружие. Взял. Угу. Аптечка, Микулич. Толпа. О. Стой. А чё б тебе не взять, нам там нет. Не хочу. А то я сделаю что-нибудь не так. Бэтмена поебали. А зачем ты меня лечил? Я тебя лечил? Кого я лечил? Ты меня лечил. Не знаю, слушай, что-то протупил, значит. Тут еще один калаш. Может, бота возьму. У ботов есть. Ну, пойдем. Сука!
Что он ко мне пристал? Пиздец. Что-то мы как-то аптечки проебали. Да. Дефибриллятор. Так. Спасибо. Я думаю, в кафе может что-то быть. Перезаряжаю. Здесь есть оружие. Нихуя тут нет. Так, у нас молотова нет. Не кидай, аптечка, поэтому. Тут аптечка. Ищись. Дефибриллятор еще один. Таблетки. Пригодятся, кстати. Еще дефиб. Подожди, таблетки надо взять. Толпа. Сучка. Поехали. Сука. Ну, как они переживают? Ну, да. О, осколочные. Давай понесем их. Так, подожди. Мику. Нет, тренера, тренера. Таблетки. Пикапи. Толпа. Блять, какой живучий, сука. Блять, мне тут толпа. Сори. Там была жирная толпа. Пойдем. Пока толпы нет, надо быстрее пройти это место. Блять, там ведьма. Ее не поднять. Сливать надо. Танка не было. Что такое цикл? Не понравится. Какой урон у 50-го калибра пулемета патрона? Самый, конечно, эффективный — это разрывные патроны против толпы. Ну да. Ой, надо бы сегодня ночью докачать этот СТА. 20 тысяч осталось. Ой. И
завтра уже в полном ходом фармить, да. Помнишь, что так... Что я помню? Это самое, ты видел, что я в топовом возвел. Ну? Да, что-то, кстати, как-то так профукал это дело. Да? Ну, тебе нужно его ввести в топ, Алексей, потому что в топе, я тебе говорю, Алексей, это... О, М-ка, намного лучше. По крайней мере, пушка, пробиваешь там без проблем, ребят. Да, это хуйло взяло ее. Ладно, возьму снайперку. Еще калаш. Пойдем. То есть, Алексей, там единственное, что тебе нужно привыкнуть, что у тебя брони вообще нету. Не как у бачапа, если флешпорта, а вообще ее нету. Это аптечка справа. Аптечка, так, надо полечиться. Что, если у бачата есть флешпорта, который там всякие кумулятивы не пробивает, допустим, у СТА-1 его просто вообще нету брони. Ноль. Маска орудия только и все. И то не всегда. Вау, сучка, сучка. Несло. Тварь. Куда ты прячешься от меня? Текс. Здесь есть оружие. Ладно, пойдем скрипт включать. Готов? Всегда готов. Образцовая жена, да? Смотри на нее лицо. Это надо пофоткать. Подвинься. Какие у нее губы красивые. Да вообще. Говно ебаное. Пидоры, натовскую пушку сперли. Снайперка. Да это такая, не очень. Курил, хотел меня схватить, получил люлей. Где там, где ключи, Алексей? На этажом ниже. Тут обычно всякие аптечки бывают. В данном случае нет ничего. Вниз надо. Знаю. Там же кей. Блять, это чмо прямо у двери. Боже. Давай убьем ее. Эмка. Есть.
Новая МК. Сука ебучая. Двиньте. Говно ебаное. Что будем делать? Сейчас отойти надо, подожди. Отойди. А, все. Ладно, пойдем. Зачем было это делать? Толпу покосить. Блять, конечно, хуёво сейчас будет нам без аптечек. А, сука. Жакей. Ладно, пойдем. Пам. Большую часть ее сгорит. Они там отпрыгивают. Жакей, это ты не ЧБ? Не, а этот ник ЧБ. Так, ну что, сначала всех разбегу. Что-то тут. Что это? Не попади здесь там. Есть что-то полезное? Ладно. Ты там громила, что ли? С лифрой. Да. Да. Это дверь. Отойди. Открывай ее.
Убили курильщика. Толпа? Да. Она не может из своих умереть. Ключ взял. Мужики где-то? Да. Идем. Он там, с дверями. А, сукин сын, охотник. Вот этого я не слышал. Ладно, пойдем. Ты ЧБ стал, да? Нет, не все еще ЧБ. Я только один раз упал. Ну разве не здорово? Я вот-вот умру. Быстрее, я уже не могу. Поехали. Да, чтоб он. Блять, он здесь не убьет его. Надо поднимать его. Давай скорее, пока толпа не нарисовалась. А, сука. Никто не взял сюда. Боже. Обосрался там. Да. Текс. У тебя патронов мало? Не, почти. Это, ну, треть использовал только. Так, нам надо найти, будет обязательно аптечку. Лучше не одну. Практически закончил клеить свой ганамак. Я вот думаю, как патроны разрывные использовать? Ой, сам не знаю. Появится момент, не бойся, Алексей. Здесь есть пулемет. Может зарядить его разрывными? Можешь, вполне. Давай, заряжу его разрывными. Я просто влюбилась в эту пушку. А ты возьми натовское оружие. Не, я возьму снайпер. Да. Так, все, пулемет. Не последний раз ты его увидишь. Это... Пулемет заряжен. Я буду использовать его, когда в туман войдем. Пайпа. Еще одна. Там ничего нет, я проверил, проверил уже. Уф, неплохо. Экономим разрывные патроны, ладно? Сзади тебя. Не громила. Вот он. Да сейчас еще. Перезаряжаю.
Ты ЧБ, да? Жокей. Ладно, дефлятор у нас есть. Тут многовато. Хотя нет, не буду тратить. Гранатомет. А, нам вообще-то надо сюда было сходить. Сука. Посмотрим, что на парковке. Тут до хрена трупов. Что это такое? Еще одни осколочные патроны. Возьми. Пайпа. Возьми. Течка. Да, давай. Тебя, слушай, может, лучше дефибриллятором поднять? Не. Приводится потом наборов. Да. Пайп. Стой. Курильщик там. Перезаряжаю. Интересный путь. Осторожно. Две аптечки. О, ебать. Так. Сливайте петухов. Теперь я в порядке. Так. Всё. Хватит дергаться. Дай я тебя вылечу. Здесь дефибриллятор. Пойдем. Тупик. Угу. А, это больница. Психушка больше. Нахуя здесь три пары колес прицепа? Да, нам сюда определенно. Аптечка. Аптечка. За мусором. Угу. Она там плетется. Надо подождать ее. Осторожно, не ходи один. Хватит дергаться. Я так тебя не вылечу. Патроны. Громила. У нас. Ну конечно же. Толпа. Взяла дефибриллятор. Вступаем. Так, подожди, патроны без бега. А. Тоже тупик. Жокей. Впереди. Близко уже. Мы куда-то не туда пошли, слушай. Это же для лодки прицеп. Там, мне кажется, две пары колес хватило бы. Ну, для какой-то тяжелой лодки. Катер какой-то мелкий. Я. Течка. Я возьму ее. Где-то я видел ее. В углу? Ага. Не-не-не, на мусорнике.
Не-не-не, вот эту мусор. Ладно, возьму ее. Еще одна. Ставь патроны. Вот там побежали как труп. Как за. Побежали. А, ты тебя птичку видел? Под шиной. Слушай, ставь патроны, бери их. Пусть боты берут. Возьми птичку. Ставь. Да что эти боты творят? Пиздец, он охотник подошли. Поставь там, чтобы они взяли их, а то они еще не возьмут ее. Перепрыгни сюда. Ставь. И возьми аптечку. Или загадка природы, как ее взять. Слушай, а я взял патроны, кстати, второй раз. Но взять надо. То аптечку, по-моему, не подобрать. Это фейл. Ладно, пойдем. Хуй с ней. А бот подобрал ее. Не, нихуя, это другая. Слушай, пусть тренер его возьмет. Давай, тренер, не тупи. Ладно, пошли, сейчас все хп. Не-не-не. Птичка, это святое. Ну что? Ничего. Да, не берет меня. Калаш, не знаю, нужен, не нужен. Нет, собственно, не прикольно. Адреналин. Еще один адреналин. Ладно, пойдем. Жаки так прикольно сдох, он подпрыгнул, он короче, когда сдох, он подпрыгнул. Тут аптечка. Пиздец. И пайпа. Иди сюда. Возьми аптечку. Где аптечка? Вот здесь вот, вот кухонный уголок. Их слишком много. Где? Вот, вот, вот. А. Ладно, пойдем. Образцовая жена играет в прятки. Хорошо себя ведет девочка. Ладно, пойдем. Сука, ёбаная. Перезаряжаю.
отношения ничего нет. Томила. Ну, обязательно уже. У тебя один зомбак имеет. Да. Курил где-то там сзади. Толпа. Лучше кинь пайпу, а то поебут. Еще одна аптечка. Сука, ты шо охуел? Пусть боты подойдут. Возьмут ее. А боты нихуя ее не берут. Так, я ищу себе. И возьми аптечку. Там еще одна у тебя? Да. Лечи тренера. Тронов нету, нет? Нету. Последние 4 у меня. У меня еще полный пулемет. Ну, где-то вот там пулемет. Танк. Круто, у меня тут был кропашка. Вовремя мой аптечек использовал. Сука! Это самые наводящиеся камни. Ты сюда, хуесосина. Мне камень кинул, педик. Ай. Вот это звук был. Да. Блять. Что ты там забыл это? Я спрятался от толпы. Ладно, пойдем. Пошли в дом. Попробуем.
У тебя М-ка была, что ли? Нет. Все. Один из ботов поменял дробаш. О, дробаш взял. Сука. Птичка, лечусь. Давай. Он еще один им бросил. А, ты дробаш взял? Да. Там была разряженная МК без патронов. Громила. Охотник. И толпа. Сори. Ничего. Цепил. Сука. Аптечка. Снова лечусь. Давай. Что, патронов нету? Нет. Тут нет машин больше. Ничего. Нету. Где ты там, Алексей? Тут. Так, курила. Толпа. Слева. Лёва. Кто-то... Толпа должна быть. Блять. Сука. Ай. У меня последние 10 патронов в дробовике. У тебя снайперки есть еще? О, там. Там. Не, пусть. Парковка. Пойдем. Что там, пусто? Да. Пошли скорее, толпа сейчас нарисуется. О, аптечка, подожди. Сейчас она еще исчезнет. Yeah.
плохо, да, прошли? Да. Ой. Неплохой урон танку нанес. С пулемета-то. А этот зараза по мне камень кинула, хотя ему ничего не сделал. Своими самонаводящие себя камни. Баллистические камни. Если порта так в игре точно кидала, это был бы пиздец. Тополь, блин, тополь М. Камень называется. Ой, что я нажал? Нет! Ты не вылетишь, надеюсь? Нет! Я вдруг в игре на iPad, блядь, нажал пропустить. О боже мой, ты напугал меня, я. Блядь, там же мог бы 100 тысяч, сука, серебра украсть, а тут, блин... Профейлил. Ладно, пойдем. Подожди, Алексей. Это немного потросил. Так, украл бабла. Черт, нахрена я нажал пропустить? Ну какой же я даун? Блин, мог бы уже иметь все нужное бабло при себе. А нихрена. Подожди, Алексей, я в сантиму посижу. Угу. Толпа. Сливайте ее. Ты какая бледина, смотри. Тренера ебут, а ему вообще, ему это только нравится. О, здесь аптечка. Где он? Стой, я птичу его, аптечку возьму. Хватит дергаться. Дай я тебя вылечу. О. Он курильщик где-то. Mm-hmm. Ураднее. Дышит педофил этот. Где-то здесь. Помнишь, где карточку находил? Да. Так, вот. Блять, тут громила. Курильщик. Течка на втором этаже. Две аптечки на втором. Я пойду на тоск. Три аптечки на втором. Так, нахуй, я туда не пойду. Мне там страшно. Три аптечки на втором этаже. Иду. С другой стороны, Алексей. Четыре аптечки на втором этаже. Прикройте меня. Учимся считать. Автоматический дробаш. Осторожно, тут бродит охотник. Толпа. Вау, тут спустите стены, можно ходить. Серьезно? Да. Пиздец. Нет тут никакой аптечки. И не было. Так, я сейчас отвлекусь. Три аптечки видел, да, Алекс? Да. Ну тут одну забыл под офисным столом. Мику полечи. Да, ты прав. Хватит вертеться. Мне нужно тебя. Это же Кей. Бздит. Потихоньку. Пиздит. Бздит. Вот тут. Ага. Под офисным.
Да, вот он бежит. Как Рэмбо, вот так бич-бич. Не стало вот если. О, громила. Еще одна аптечка. Они нас скоро убьют этими аптечками. Стой, полечу Бэтмена. Че, пойдем в подвал? А где, кстати, карточка? В подвале находится или где? На первом этаже. Находилась. Не знаю, где она. Вот она. А, теперь, да. Тут она. Слушай, она может в разных местах появляется, что ли? Ну, скорее всего, нет, если снова в этом месте. Нашел ее, да? Да, я взял. Патронов нету, чего. Ладно. В лес пошли. Можно сходить, там патроны есть. Да нет. Пошли в подвал сразу. Ой, громила. Как всегда. Короче, я в подвале. Толпа. Так, что там у нас? Блокнот или барьер? Так, эта комната безопасна? Да. Патроны. Ко мне подойдешь, у меня тут эти патроны. Угу. А, Жакей, нет! Обосрался, да? Да, я обосрался. Пошли. Угу. О, застава. Где патроны? Надо дальше пройти. А, я ставлю себе эту снайпер. Же оружие бы нормальное найти, там же оружия не будет дальше. Ну, заставу можешь взять. Блин, я хочу какое-нибудь такое, получше. Давай я в лес схожу, возьму оружие. С тобой. В лесу дохуя зомбаков. Ну-ка. На веранде М-ка. В веранде. Тихо-тихо, не подходи. Все, пошли. Плевалка. Что в этом мешке? А сам интересуюсь. Труп какой-то, наверное. Куличик, сука. Опа. Да. Ладно. Неплохо я так упал. Чё там спускать? О, зомбаки сваренные, боже.
Неплохо я так полетел там. Да. Прикольно. Где-то надо нажать что-то. Может, мою птичку сможете взять? Сейчас на тебя нельзя поднять. Ну, у вас здесь фибы нету. Вопрос, как на дне ли ты лежишь? Да. Я на самое дно упал. Кстати, можешь мою птичку взять. Постойте, мне надо подлечиться. Теперь я в порядке. Где ты лежишь? Под лифтом. Что за пиздец? О, так. Так, вернуться можно, если что? Сейчас попробуем тебя поднять. Если... Да, не обязательно. Идите дальше. Проходите. Может быть, и найдем дефибриллятор. Что здесь? Это что? Не, нахуй туда. Ладно, пошли. А, здесь надо... Комнату проверь. Да. Так, еще она с одной стороны. Что это у нас? Нет, ты лево-право проверяли, все. Давай, так. Вот эти штучки надо покрасить. Так. Ой, ебать, тут тоже что ли можно провалиться? Там здесь я был? Не помню. Где-то хуёба карточка, блядь. Здесь. Слушай, поищи-ка ты её. В одной из этих комнат. В одной из этих. Вот она. Так, ладно, пойдем. А эти двери что, закрылись? Да. Блять. Что, раньше не замечал? Перезаряжаю. Ай, сука ёбаная. Thank you.
надеюсь, на танков мы не нарвемся. Да, они ебаные боты ушли. Боже, какой бред. Короче, боты невидимые. Что за хуйня? Где? Да у меня баг какой-то. Похуй. Так, карточка была здесь. Нет. Здесь есть оружие. Карточка. Сука. Так. Где-то вонючая дверь. Нам. Они приближаются. Блять. Реально, у меня какой-то, короче, баг дебильный. Что типа. Что нам типа туда? Ну, и чё теперь? Да. Охуеть. Дверь закрывается. Нам надо собраться, ребята. Ну, короче, баг какой-то странный, что у меня невидимые стали трупы и эти боты, блядь. Хуй знает. Ладно, похуй. А, невидимые трупы, это тебе игру придется перезапустить. Ну да, это потому что там память перегружена или что-то такое. У меня тоже такое. Когда я из игры выхожу, то захожу, иногда такая хрень бывает. Последняя миссия. Да. Такс. Осталось пулеметы покрасить и все. А, и по бокам еще ящики надо. С хвостику нарисовать. Снова ты всю хрень несешь. А еще человечков там еще надо будет сделать. Ну-ка. Что у меня? Весело. Ну, все нормально. Ну все. Это, собственно. Самый дебильный. Так, надо, короче, какую-то дверь, выход. Взяла дефибриллятор. Где это мы делаем? Это типа в раю или там что-то такое, короче. Не знаю, дебильная концовка. В общем, в какую-то дверь надо войти. Так. Ищи. Здесь, по-моему, даже воевать не придется. Нет, не сюда. А куда? Ну-ка. Все, я нашел выход. Иди сюда.
Ну не знаю, может, не сделали, конечно, концовку здесь. Да, такой танк выпрыгивает несколько. Просто прямо идти, да? Да. Здесь переделали немного. Да, что именно? Раньше здесь было вообще ничего не было. Никаких. Да, и зомбаков здесь не было. Прямо такое препятствие, эти зомбаки тут. Аптечка, возьми. Налево, да? Похоже, да. Здесь переделали, здесь раньше было по-другому. Уж я не знаю, будет ли здесь хардкор какой-то. По-моему, здесь уже ничего не будет. Ну, какой здесь, интересно, упасть-то. Здесь боеприпасы. Это что такое? Нет, явно не сюда. Дальше. О, зомбак. По-моему, по кругу прошли. Тебе не кажется? Не, еще. Да, мы прошли по кругу. Так, стой. А в это здание не нужно? Ну-ка. Ну, да. Тут тупик, тут не дойти. Нет, не сюда. Я знаю, я примерно сейчас предполагаю, куда тут можно пройти. Тихо. Примерно предполагаю. Вот это здание. Да? Фиг его знает, что это. Сооружение. Вот видишь, вот там вот что-то есть. Мне кажется, вот этот вот это арка. Вот это вот арка. Мне кажется, нам вот сюда вот. Ну что? Я рискну? Да, нам сюда. Проходим. Да, спасибо. Слушай, они охуенно здесь переделали. Возможно, что концовка будет хардкорная. Музыка какая-то вообще странная. Для Silent... вообще на Silent Hill не похоже. Да. Ладно, пойдем. Какая бы она ни была. Что-то у меня плохое предчувствие по этому. Да. Из любой этой, из этих строений может просто танк появиться и все. Ну, если учесть ебанутый скриптов этой компании, да, то можно ждать чего угодно. Сюда примерно. С тобой два зомбака бегут. Так, я там впереди что-то вижу. По-моему, нам туда. Так, какая-то лужа, блядь, но я не хочу в неё вступать.
Догоняй. Есть тут кто-нибудь? Да, нам опыт. Там зомбаков на горе. Толпа, что ли? Не, просто много зомбаков на горе. Вот что-то там вот такое. Нам, похоже, не сюда, нет. Вопрос, куда дальше? Они сюда наверх, Алексей. Ну-ка, подожди, да я догоню сюда. А, нет, просто это вершина. А, патроны тут. Жить, а в воду можно заходить в эту? Не знаю. Смотри, тут какой-то спуск. Ну-ка. По-моему, сюда, слушай. Да. Ой-ой-ой. Да. Куда-то идут. Иду непонятно сюда. Подожди меня. Блять, как стрёмно. Упасть не хочется. Там обойти. Зачем ты так? Я не ожидал. Там надо было обойтись. Поднимай меня. Где дефект твой? Где-то тут. В воде. В воде. Да. Чё, проебал? Ну. Ладно, проходим. А, слушай. Кажется... А, боже мой. По-моему, ты уже почти прошел. Что, нашел дефиб? Нет. Поц. Ты поц. Ты поц. Ладно. Проходи дальше. О, сука. Черт, не пугайте меня так. Поди Мику. Отстала где-то. Она вообще, по-моему, затупила. Да, она затупила. А, она идет. Она идет, короче. Дебильная концовка, конечно. Какой пидорас такой придумал. Ну-ка идет. Куда дальше? Все, мы в раю. А нет, мы в каком-то новом месте оказались. Опять телепортировала. Ебать, как вас далеко телепортировала. А вот все, какая-то заставочная штука. Все, прошли типа. Полный бред. Да. Полный дебилизм. Идиотизм. Сначала все нормально, а потом что-то пиздец какой-то. Ладно, все на этом.